следующий оператор. Итак, второй тайм. Тинькофф, Меридиан, Энерго. Под самый занавес первой 10 минутки случился первый забитый мяч. Но сказать, что каким-то образом игра поменялась, будет неправильно. Даже особо и эмоций-то мы не увидели во время забитого мяча. Не было каких-то феерических празднований. В общем, восприняли этот момент команды просто как составную часть матча. Как еще одно напоминание о том, что нужно работать, и эти труды будут вознаграждены, если будут иметь соответствующее место. Так что счет 1-0 интригу сохраняет. Команды будут биться дальше, показывать свой футбол. Обе команды очень комфортно себя чувствуют на поле. С одной стороны, Меридиан Энерго вот этот вот размеренный темп держит, пытаясь запутать соперников комбинациями и длинными передачами. Тинькофф играет на достаточно значительных скоростях. Вот сейчас может получиться опасно. Контратака Меридиан Энерго. Вратарь первый на мяче. Так что сейчас обе команды играют, как говорится, от себя. Без оглядки особой на действия соперника. Меридиан. Ну вот перехват. Бить отсюда непросто, поэтому попытка смещения к центру. Здесь отбор. 3 в 3 атака. Чуть-чуть в пятку передача. Меридиан здесь не торопится. Удар в защитника приходится. Меридиан продолжает очень уверенно себя чувствовать в турнирной таблице. И сейчас мог, конечно, увеличивать эту уверенность, забивая второй мяч. Конечно, и в этом случае интрига осталась бы. Но, тем не менее, все знают, что 2-0 лучше, чем 1. Куликов. Удалось мяч перехватить. Здесь в итоге ошибка. Да, Меридиан комфортно себя чувствует в турнирной таблице, я уже об этом говорил, но имеет на 3 очка больше, чем преследователь Тинькофф Банка. Это означает, что фактически это матч за первое место. Конечно, даже в случае победы Тинькофф Меридиан будут матчи в запасе. Еще 2 игры, в которые можно будет и 6 очков набрать. Но вот он, матч за 6 очков. Уже сейчас выигрывает данный поединок. Меридиан практически обеспечит себе первое место в первом дивизионе. Что касается Связного, им очки, да, что касается Тинькофф, конечно, им очки тоже нужно набирать критически, поскольку Связной, который слишком рано влез в мою реплику, догоняет Тинькофф Банк. У них одинаковое количество баллов, по 15 очков. Но после 2 матча у Связного будет также 2 игры в запасе. Далее в турнирной таблице следует Московский кредитный банк. Но у них 9 матчей. Это больше, чем есть сейчас у и Связного, и Тинькофф, и
Меридиан Энерго. 907. Так что плотность борьбы высока. И еще никто не забывает о HSBC, у которых 13 очков. Вот состоялся-таки фол в матче. Первое нарушение правил. Догорелика не дошла передача. Нужно возвращаться назад. Все в оборону. Угловой. Всегда хорошая возможность для Меридиана. Они стандарты решают, как никто другой. 2-0 становится счет за 3 минуты и 40 секунд до финального свистка. Конечно, нас ждет еще последняя чистая минута. За одну эту минуту можно успеть вернуться в игру и счет сравнять. Не стал голкипер забрасывать сразу вперед, но как же, почему так просто ТКСовцы дают меридианам проходить через все поле? Вообще не видно сопротивления, нету прессинга. Музычук. Жесткий получается прием. Снова очень, казалось бы, простая комбинация без сопротивления защитника в Тинькофф. 3-0, и при таком счете мы уже не увидим последнюю чистую минуту. Да, недовольны, конечно, сейчас Тинькофф со своими действиями. У них сегодня еще впереди очень сложный матч, поединок с «Газпром Интернешнл». Там тоже потребуется большое количество сил. Может быть, поэтому сейчас Тинькофф включил эконом-режим. Уже особо не идет, не борется. Не бросается на соперников. Ну вот массированная атака «Меридиан». Массированная, позиционная. Таких мы еще пока не видели. Все-таки в основном «Меридиан» вторгался в чужую штрафную на скорости. Пошла уже последняя минута матча. Пучков. Здесь уже, конечно, нечего спасать, просто надо дожить оставшиеся 30 секунд. Но времени только на удар хватит.
Великолепно сделано. 4-0. Убедительная победа Меридиан. Дорогие друзья, у нас